В 9 серии Николаю остались считанные дни до окончания срока заключения, но его не выпускают и направляют на строительство дома начальника лагеря. Василий возвращается в Буслаек, жена вынуждена принять его. У Никиты день рождения, юноша влюблен в одноклассницу и мечтает поступить в летное училище. Махов понимает, что за все эти годы так и не сумел разлюбить Татьяну. В 10 серии от Никиты и Юрика отворачиваются все друзья, их отчисляют из школы, Никиту предает даже любимая девушка Катя. Татьяна переживает за сына, но не может ничего исправить. Никита сбегает из дома и связывается с хулиганом Витьком. Начальник лагеря наконец-таки разрешает выпустить Николая на свободу, но все меняет случай. В 11 серии Махов находит Никиту и пытается вернуть его домой, но тот отказывается. Вскоре Никита узнает, на какое дело его толкнул новый друг. Он пытается помешать Витьку и его подельникам. Татьяна приезжает в поселок к Антонине. Там ее находит бывший, ссыльный, с вестями о Николае. В 12 серии сотрудница НКВД обнаруживает связь между Татьяной и Николаем и врагами народа – Беркутовыми. Она решает возобновить расследование. Василий берется за старое. Объявляет ревизию в деревне, теперь для помощи фронту. С изъятыми продуктами он приезжает в военный госпиталь, чтобы встретиться с Татьяной.